В США упала продолжительность жизни. Это произошло впервые за почти четверть века. Среднестатистический американец доживает теперь только до 78,8 лет. Это на 0,1 меньше, чем в предыдущем отчете Национальной службы медицинской статистики США. Основных причин несколько. Рост числа сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, а также случайных травм по тем или иным причинам, заканчивающихся летальным исходом. Кроме того, врачи отмечают увеличение количества пациентов с диагнозом Альцгеймер, диабета, почечных заболеваний и даже самоубийств. Интересно, что американские женщины живут дольше мужчин, почти на 5 лет. Последний раз продолжительность жизни в США снижалась в 1993 году в разгар эпидемии ВИЧ и СПИДа. Отмечу, что США по этому показателю отстают от большинства развитых стран, занимая лишь 53-е место на планете. Дольше всего живут в Монако, в среднем почти 90 лет, и Япония 85.